Чемпион Европы и мира Владимир Минеев хочет большего. Кикбоксер и боец смешанных единоборств приехал в Ульяновск. Спортсмен отдает долг отчизне, служит в Донецкой Народной Республике. Сначала Владимир хотел попасть в воздушно-десантные войска, но получилось иначе, о чем он и не жалеет. Я планировал идти в структуры ВДВ, но так получилось, что звонили мои старшие товарищи и сказали: слушай, ты у нас в Донбассе, за Донбасс дерешься с 18 года, и мы тебя хотим видеть в наших рядах. Вот ребята из клуба «Велес» помогли мне с тем, чтобы я пришел служить в спецназ 1-го армейского корпуса. Владимир заключил контракт на 2 года. На Донецк у Владимира большие планы. Он будет баллотироваться в депутаты Народного собрания ДНР. Прописка там для этого не нужна была, донецкая. Ну, надеюсь, будет. Минеев и его единомышленники восстанавливают Мариуполь. Возводят и объекты спортивной индустрии. Спортсмен смотрит в будущее с позитивом, ведь скоро его супруга родит долгожданную дочку. И для нее он старается сделать этот мир лучше. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.